Всем привет, дорогие друзья, с вами iRider. И MLK, Милка, чип-чип-чип, и мы продолжаем выживать на этом острове в The Forest. Кооператив. Так вот, короче, ты Мария Шарапова, хватит, лови. Давай, на счет три, раз, два, три. Блин, пролить. Слушай, ты можешь мне кинуть, и я могу в полете этот вот шарик вот споймать. Давай попробуем. Давай, потому что ты когда его кинул, высветилась буква R, типа, чтобы попробовать. Давай, готов? Давай, на счет три. Давай. Раз, два. Два, три. Смотри, смотри, в руке у меня. Ты Дэвид Блейн. Нашли, нашли. Теперь можно так фаниться. Давай, давай я попробую. Я видел, как она улетела, не гони, я... Ну давай, кидай в меня. Только смотри, вот просто сейчас без прерыва. Мы играем в этот, в... Господи, как же эта игра? Бейсбол, давай. Бейсбол? Просто тапай букву Е, когда я кину. Я понял, давай, давай, давай. Раз, два, три. Есть! Нас поймал, да, нас поймал. Натуре. Было бы прикольно, если бы разработчики сделали анимацию, вот когда у вас летит мяч, вы нажимаете Е, чтобы как-то срабатывала вот эта вся так, ну, лови. Функциональность и выглядело все как в бейсболе. Ну стой. А, давай, еще лови. Раз кинь. Давай, на счет три. 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 Споймал. Ух ты какой, Дэвид. На, блядь. Ух, это ты дал мне. Выкинул. Ну ладно, пойдем. Поехали. Давай повскрываем вот эти несколько Окей. Чемоданчиков и листики крафтим как-то того, что кустов рубишь. Кусты, что? То есть рубишь. Куст. О, тут смотрю, под этим, под камнем спрятана сумка. Чик-чик, батончики шоколадные. Птички вам... О, птичка сиранула, короче, и высрала несколько перышек. С перьев нужно лепить стрелы, да. Ух, чувак, я тут, слушай, я тут перья выпердел. Я, кстати, мне никогда... Не садились птицы на руку. А это, по-моему, пофиксили. Теперь птицы тебя боятся. Прекрасно, спасибо им большое. Я их даже ни разу не видел, слышишь, блин. Тут меня уже боятся. Но я прям обосрался от радости. И что-то слишком быстро как-то... Потемнело. Очень резко, не быстро, а именно резко. Да. Я 15... Я насобирал, короче, 15... Ого! Нифига себе, слышишь, открыл рюкзак, называется, позыркал, попярился слегонца. Открываю, тут уже все, тут тупо ночь. Ни хренища не видно уже. Давай попробуем именно переночевать. О, поймай камень лучше. Догони меня, кирпич, играем. Играем. Я попробую сейчас поспать в нашей хижине на дереве. Сначала залезть на нее. Ну я залезу, я когда сам играл, то у меня получалось, просто надо очень все делать аккуратно. Нам надо тотем достроить, чувак, чтобы эти дебилоиды нас боялись. Там еще три головы надо и две ляжки. А у меня показывает, что просто три головы нужно. Да? Угу. Блин, когда ночь, у меня лагает. Тут он... Короче, я пойду добью эту... О боже, тут еще одна эта гомосячка. Если она на меня не полезет, то я добью ее кореш. Блин. Что, практически вылез, да? Угу. И упал. Что ж такое? Я не могу убить того человека, ой, порезать его на куски того человека, над которым я сексуально издевался. О, да. Ох, чувак, иди послушай эти звуки, как сейчас. Я его делаю. Ладно, все, я его оттоптал, короче, я думаю, ему хватит. Пойду солью эту лысую уродину. На, сдохни, тваридло, бесишь меня. Ой, блин, она меня чуть не ушатала, чувак. У меня есть пару один шоколадный батончик всего лишь. Ой-ой-ой-ой, это я не отрегенюсь, нифига. Я почти залез, еще пару прыжков. Да. А как ты вылез-то? Там, короче, надо не без прерыва тапать, а понял, ты сначала вот подпрыгнул. А, я нашел, вперед просто жать постоянно. Вперед и по бокам. По бокам? Вперед, влево, вправо, влево, вправо, влево, вправо. Даже прыгать не надо. Крабить? Видишь, я вылажу. Натуре. Смотри. Как краб. Во, есть. Ну тут нельзя поспать, только можно сохраниться. Вот это плохо. Чего? Ну я нажимаю. А, ну да. А, о, придумал, стой. Стоямба, у меня стой. Черный экран. Опять черный экран. О, все. Постой тут, я сейчас кое-что проверю. Писали, вроде бы можно срубить дерево, когда на нем построена чебутка вот эта. И оно как-то должно все взаимодействовать и упасть. И разрушится. Только не знаю, выпадут ли. А я помогу. Ну, сейчас я попробую срубить. Я помогаю. А, тю, я думаю, что оно так медленно рубится. Я помогаю. Это же у меня не топор в руках. Нет, оно так медленно рубится, потому что я помогаю.
Не, я просто бил оружие. По ух ты ж не! Ты ж... Понял, Санёк. Тема вообще. Знаешь, я тут прячу, короче, эти наши бревна. Так, стоямба. Нужно построить... Я не помню, какой кнопкой там крафт? Б, да? Да, Б. Лог-холдер. Возьму, поставлю лог-холдер, чувак. Нам нужен лог-холдер вообще как... Не знаю что. Лог-холдер поставлю вот здесь. Чувак, тут было два мертвых зайца. Нам нужен лог-холдер. Блин, чувак, нужно еще 6 стиков. Помогай, 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 потому что бревна укатываются, Санек. Ты же выкупаешь, что бревна укатываются в небытие. Да. В преисподе. Да, чувак, они именно, блин, в пекло укатываются. Чик-чик. Я тут их прячу, типа. Давай, давай, палки, палки. 4 нужны. Штуки. А ты уверен, что ты именно то возродил? Что? Лог-холдер, ну. Именно для бревен? Да, лог-холдер называется тема. О, о, все, я собрал все палки. Блин, что-то у меня не рубится. СС. СС. С. Давай, может, сушилку построим? Подожди, в чем вся шутка? Мы с тобой срубили дерево. Да. И но. Дом не упал, бревна не попадались. Чувак, выпало только 2 бревна. Или 4, они просто, видимо, те в преисподнюю убежали куда-то. Ну, господи, давай построим. Я знаю, что бесит, каждый... А, нужно было перезарядить эту ловушку, кстати. Она разве была использована? Не знаю. Стой. Кстати, пойду попробую тотем построить. Там уже я уже вроде все для тотема собрал. Кстати, ты заметил, появился какой-то custom foundation в меню крафта? Не, не видел. Только его нельзя построить. Там такие как маленькие балки. Но они почему-то именно в текстуре, именно в земле вот так вот вкапываются, понял? Чувак. Их нельзя поставить. Да? Угу. Короче. Санёк, в чем вся шутка? А ну. Не строится этот. Что именно? Тотем? А, да. Ну это, да-да-да, это было такое мне уже. То есть это... Ой-ой-ой, я сейчас сдохну. Аналогичный баг. Я сдох. Так. Походу я сдох, да. У меня черный экран, все, я сдох. Просто черный экран или ты просто... Я сдох. Блин, так друзья. Ты сейчас должен возродиться в самолете, и ты сможешь подобрать все, что потерял. Да, сейчас, я тут что-то тут смотрю, отреспаунилось. Немало. Так, ну я бегу, короче. Блин, у меня энергии ничего нету, надо что-то выпить. Это только понижает энергию, блин. Так, выпью-ка я эту дерьмо. Но у меня энергии нету, я не смогу к тебе добежать, а если на меня нападут, у меня ничего нет. Нападают. Очередной баран наткнулся на этот костер и сам себя подпалил. Так это правильно. Единственное, что... Блин, я так медленно иду. Я минимально подлагивать, кстати, стал теперь. О, теперь ты на фоне воды разливаешься, чувак. Кстати, у меня та же хрень. Когда я умираю, только вот возрождаюсь, иду вместо смерти, и у меня тоже начинает лагать. Жестко причем лагать. Стой, подойди ко мне, мне кажется, или тут... Дождь, типа... дождь идет или что? Дождь, типа, якобы по камням. Да, типа водопад. Кровь. Офигеть. А, это не кровь, это тень дерева, походу. Или это кровь течет. Хрен его знает. Она что, бессмертная, что ли? Походу. А она попробуй ты. Может, их не убьёт. Ух ты ж! Герово! Разрубил? Фрешмейт. Видел? Да. Дал просраться. Так, надо голову пробрать. Так, я пробрал голову. Да, подбирай все, что можешь. Я собрал очень много перьев, чувак. Хренище перьев. А, хотя почему-то стало меньше, чем было. Хочешь загон? Подойди к тотему. Дай-ка его подожгу. Я к нему подошел, оно у меня построилось. Да, я вижу. Но поджечь нельзя. У тебя тоже построилось? О! Тебя я плохо слышно горю. Стало. Я снова горю, чувак. Достало. Ты отдалил микрофон? Или нет? Нет, я ничего не делал. Ладно, я у себя добавил звук. Тебе реально очень плохо стало слышно. Это ты сушилку строил, да? Да. А, кстати, надо ее достроить. Надо чем-то подкрепиться. Так, ну. А, о, у меня аж 2 зайца есть. Так, где-то здесь был костер. Так, не, не дела. А, не, вот нашел. Надо возвести еще один возле. Я в тупую бегаю, он тут кликаю на постой. Ух, я тут, чувак, рублю, конечно, листья со скоростью
Бомжа. Бомжа. Отвечаю. Ой, я какой-то гада съел. А, это мячик. Чувак, я съел мячик. 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 Костер строишь, да? О. Ну, чтобы не бегать туда, туда далеко. А, ты уже построил? Вообще чудно. Ой. Так, давай я попробую. Где лавочка делась, чувак? Лавочка правда. Вот лавочка. А, есть? Да. Надо отвлечь. А, кстати, чуть, я тупанул. Я понял, у меня полная ХП, полная броня. Не было выносливости, и я потратил двух зайцев. Бармалей. Ну мне зайцы надо, или что-нибудь. Я не знаю, но я голодный, конечно, как говно. Говно бывает голодным? Конечно. Говно тоже надо кормить. У меня 8 зубов. Понял, я панда. О, поезд приехал. Чух-чух-чух-чух-чух-чух. Ты так смешно сидишь на таком расслабоне. Что ты в руке держишь? Зажигалку и топор. Хорош, ты ему накостылял. А я тут сижу, наблюдаю, понял? Как ни к чему не бывало. Я только встал, меня понял. Ой-ой-ой, на тебя напали. Сагрились. Причем жестко сагрились. Да, они, наверное, поняли из-за того, что я сижу. Они не умеют сидеть, а я умею сидеть. Умею, да. Лавочка не их, вот они и бесятся. Короче, ну это, я так понял, это последний, это замес, понял, перед концом уже. 3 минуты осталось до конца. 3. Ну, можно еще пару секунд. Точнее, 2. 2. Сдохни, лысый. Так, давай, ты завали этого, я завалю кого-нибудь еще. Кстати, никудышний с него боец. Я, например, сам вообще, ну, типа, кикбоксом занимался. И на тебе, получи, видал? Да, короче. Чувак, я знаю... Ух ты ж, нифига себе, ты сделал кровавую баню только что. Кстати, смотри, какая шнега. Одел 4 кожуры этого варана. Вот, у меня как бы полная броня, и теперь, когда меня бьют вот эти аборигены, у меня почему-то вообще не забирается ХП, и меня просто откидывает назад. Да? То есть я типа бессмертный, что ли. Immortality? Immortality. Fatality. Нет, immortality, понял? Immortality. Immortality, я brutality. Мордалити. Мордалити. От слова морда. Может, еще один тотем построить? Кстати, да, давай еще вот идем несколько. Сейчас я этот подожгу, то он что-то потух. Так, надо построить один такой сущий. Побольше, да? Да, самый огромный. Ух. Ух, это тот, который дохренище такой, да, весь? Да. Называется Large Effigy. Вот этот, короче, да? Да, давай 2 штуки. Ты один, где его ставить-то? Вот тут поставлю. В любом месте можешь поставить. Вот тут поставлю его. Так, пойду пособираю кусочки этого дебилоида, кусочки этого маленького дьявола. И тут еще его ласт. Жалко, что нельзя сохраниться. Получается, в следующий раз нам придется все возводить заново. Обидка, конечно. Все строить. Ну ничего, я думаю, со следующим патчем все исправим. Да, кстати, вот и все. Выпуск подошел к концу. Да. Да, что ж, друзья, с вами был iRider и... MLK Milka, чип-чип-чип. Спасибо вам огромное за просмотр и до встречи через несколько секунд. До скорой встречи, ребят.